Hi guys, so welcome back to Junris Vlog and the reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Russia will defeat the United States. Chinese experts prove and cited the facts. Wow, this is so interesting from the title itself. And credit to the owner also with the video to Legend 2020. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. Please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles so that we can understand with each other. And this is such and very interesting. I'm so excited with this one because a lot of countries would say that Russia will not be defeated and they are very strong country and Russia has the potential for this. It is simply not obvious at the first glance, and the Chinese are also confident that it is better and more profitable for them to be friends with Russia rather than with the United States. Wow. From the words itself, Chinese believe that Russia are very strong. Let's get to it and let's jump into the video. I would love to listen with you. What are your thoughts if you have some additional information with this video? Enjoy with this one, guys. Привет and спасибо to all of you. Goodness gracious. I think this is so amazing. And like, wow. Incredible video. Thank you so much, Legend 2020. Не так давно китайские эксперты объяснили, почему Россию невозможно победить ни прямым военным путем, ни с помощью экономического давления. Выводы впечатляют и сильно отличаются от западных оценок. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, и мы расскажем вам, что на самом деле думают китайские эксперты о России. Вау. Chinese expert would believe that Russia. Не секрет, что в глазах западных аналитиков Россия является слаборазвитым государством, которое держится на авторитаризме Владимира Путина и на доходах от нефти и газа. Oh. Еще покойный Джон Маккейн назвал Россию большой бензоколонкой. На Западе считают, что режим Путина может пасть, если на него надавить сильными санкциями. А также, если Россия потеряет свои доходы от углеводородов, режим Путина падет, а тогда и вся Россия распадется на части. Right. Также некоторые военные аналитики Пентагона всерьез считают российскую армию небоеспособной или плохо вооруженной. Боятся американцы только российского ядерного потенциала. Да и то надеется, что он скоро устареет. А на модернизацию России really afraid of Russia, for sure. По мнению тех же западных аналитиков, Китаю будет выгоднее объединиться вместе с США против России, а после победы разделить добытые территории и ресурсы. Но почему китайские аналитики считают иначе? Они уверены, что Россия сильнее Соединенных Штатов, как в военном плане, так и в экономическом. Bravo. Хотя, на первый взгляд, это звучит дико. Ладно, в военном плане, но уж точно не в экономическом. Но китайцы пояснили, что они имели в виду. Они утверждают, что Россию невозможно победить, даже если Соединенные Штаты объединятся вместе с Китаем и с Европой вместе. Wow. Так вот, на что обращают свое внимание китайские эксперты. Начнем с экономики. Китайцы считают, что в экономическом плане у России лучшее положение, чем у какой-либо страны в мире. А все потому, что Россия обладает всеми возможными ресурсами, которые только существуют на планете. По мнению китайцев, русские живут бедно из-за ужасной коррупции в стране, когда все богатства страны разворовываются чиновниками, но в военное время все ресурсы будут мобилизованы ради победы. Даже в случае полной изоляции Россия может спокойно жить и развиваться. Любая современная экономика держится на нефти и газе. Например, если взять экономику Германии, она может потерпеть полное фиаско, если им негде будет взять нефть и газ. То же самое касается любой крупной экономики в мире. Но не России. Россия никогда не окажется в состоянии дефицита ресурсов. Она может добывать для себя неограниченное количество нефти и газа, да и всего остального, что потребуется.
А это значит, что экономика России может работать всегда, даже в состоянии полной изоляции. Oh, right. Зависимость от западных денег в России резко снижается. Распроданы почти все государственные облигации США, ведется наращивание золотых запасов. Только с 2014 года Россия более чем удвоила свои золотые запасы, и на сегодня они составляют 2300 тонн. Seriously, и наращивание guys? Продолжается. Самое интересное, Соединенным Штатам придется признать, что у них нет никаких серьезных экономических рычагов, чтобы надавить на Россию. Санкции могут усложнить рост экономики, но не смогут ее остановить. Теперь про армию. Китайские эксперты уверены, что российская армия – самая сильная армия в мире. Причем возможности российской армии в разы превосходят возможности США при условии, если Запад решит напасть на Россию. Именно поэтому китайцам выгоднее дружить с Россией против США, нежели наоборот. По мнению китайских аналитиков, у русских имеется самый большой опыт ведения крупномасштабных войн. Русские могут проигрывать небольшие войны и сражения. Но когда речь идет о войне национального масштаба, здесь России нет равных. Американцы не выигрывали еще ни одной крупной войны. Даже победа во Второй мировой войне, которую американцы любят приписывать себе, состоялась только благодаря решающей роли советской армии. Во многом современная российская армия унаследовала еще советские традиции. Российские солдаты обладают высоким духом и волей. Проблема солдат США в том, что они не готовы к прямым столкновениям лицом к лицу с противником. Американские бойцы привыкли вести бой в основном дистанционно, с помощью техники. Без технического обеспечения американец теряет боевой дух и капитулирует. Это показывает опыты афганской и иракской войны. Кроме этого, американцы вряд ли готовы серьезно сражаться за чужие земли. У них не хватит для этого мотивации. Но даже если случится так, что театр боевых действий будет перенесен на территорию США, то еще неизвестно, как поведут себя коренные жители. Скорее всего, страна будет в такой панике, что все действия американского правительства будут связаны. Мирные люди потребуют подписать мир, только бы не слышать свист пуль. Если говорить о вооружении российской армии, то традиционно Россия дает второе место после США. Но китайские эксперты уверены, что Россия почетно занимает здесь первое место. Вообще-то, говорить о том, чьи самолеты и танки лучше, а чьи хуже, не имеет смысла до тех пор, пока они не покажут себя в реальном боевом столкновении. К счастью, пока таких столкновений между Россией и США не было. Но уже известно, что у России есть превосходство в таких областях, как радиоэлектронная борьба и в гиперзвуковых ракетах среднего и дальнего назначения. Недавние совместные учения России и Китая показали высокую боеготовность и оснащенность российских вооруженных сил, в чем первыми убедились как раз китайцы. Обновленная российская армия ежегодно проводит более 1000 военных учений и маневров, начиная от батальона и заканчивая окружными, и этим приводит в панику то Польшу, то Прибалтику, то Украину. НАТО всегда в штыки воспринимает любые крупные учения российской армии. В западных СМИ это преподносят как подготовку к нападению на Европу. Западных обывателей пугают вторжением российских солдат в любое время без объявления войны. Но Россия просто защищает свои границы. Для того, чтобы силу не применять, ее нужно демонстрировать. Итак, выводы китайских экспертов примерно такие. Сейчас американская мощь кажется впечатляющей, ее бы вполне хватило на сильный наступательный удар по России. Но если Россия сможет выдержать этот первый удар, последует ответ с нарастающей силой. Россия будет наступать до тех пор, пока русский флаг не окажется на крыше Белого дома. США сильна в ударе, но Россия обладает выносливостью и сильнее Америки на длительной дистанции. У России есть резервы на длительное военное противостояние, в результате которого противник будет измотан и побежден. Именно это когда-то произошло и с армией Вермахта под руководством Гитлера. Именно это произошло с армией Наполеона. Чтобы победить Россию, недостаточно даже взять и сжечь Москву. Нужно сокрушить волю российского народа к сопротивлению, а это невозможно. В
самые сложные времена русские люди становятся еще сильнее. Своей железной волей они становятся непреодолимой стеной даже для самого сильного противника. Говоря о намерениях Китая, не стоит слепо считать эту соседнюю страну абсолютно доброжелательной. Лично мы уверены, что как только Россия ослабнет, Китай непременно посягнет на российскую территорию. Сейчас российско-китайскую дружбу можно объяснить только тем фактом, что Россия сильна и имеет все возможности нанести Китаю сокрушительный удар в случае китайского вторжения. Для того, чтобы сохранить территориальную целостность в 21 веке, России придется встретить еще много вызовов и достойно ответить на них, иначе может произойти катастрофа. Но пока у России с Китаем дружба. Американцы делают вид, что не воспринимают Китай всерьез, как, впрочем, и в отношении со всеми другими странами. Сейчас Китай далеко от дружбы с Соединенными Штатами. Нынешние российские учения, в которых принимают участие китайцы, дают понять, кто союзник, а кто потенциальный противник в противостоянии крупных мировых держав. Конфликт между Америкой и Китаем неизбежен. Но если Байдену и Си Цзиньпину хватит ума, то он не дойдет до реальной войны, а станет лишь неким подобием холодной войны. Россия в этой ситуации наблюдатель, но явно с прокитайской ориентацией. В случае вооруженного конфликта Россия прикроет Китай с восточного направления, как минимум при помощи ПЗРК. Кстати, это было продемонстрировано во время китайских учений в 2018 году, когда российские комплексы С-300 и С-400 на Дальнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности и были готовы сбивать любые воздушные цели над своей территорией, летящие в сторону Китая. В Пекине такую поддержку, безусловно, оценили, и теперь Китай с готовностью принимает участие в совместных учениях с Россией. Американцы в тревоге, ведь в случае вооруженного конфликта с такими союзниками американцам будет справиться явно не по зубам. Друзья, а что думаете вы? У России с Китаем хватит сил, чтобы преодолеть США и НАТО? Such a brilliant and interesting video. Whoever who wrote this one, the Chinese believe, whoever Chinese cities are wrote and said of this one, it's really true and very incredible. It's a well written, it well said of all about the Russian, that they are truly in terms of their like GDP, of their economic, in terms of, like, it's, imagine of the gold bars that they have 2,300 tons, that's really incredible. And their armies and their like weaponry and everything, they are really ready. And even, of course, no doubt about it, during World War II, they won a lot of war, huge war, and that's really incredible. Salute and respect to the people who wrote with this one and who said with this one, genius of seeing of what really Russian are, what they are capable of. And like the Chinese believes that they really want to be friends with Russia rather than the US. And that's really interesting to say. Wow, much love and respect and salute to these guys. And in one of the Chinese government publication, a publication appeared from military and economic experts who argued that if the confrontation arises between Russia and the United States, then Russia will definitely win. Wow, bravo. I hope guys you enjoyed watching with this one. If you following what the author, what the narration was said, it's really incredible story that I enjoyed it so much. I learned a lot. That's so very interesting. I hope you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and just subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, privyet and spasibo to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye guys, mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.